Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о том, почему свадьба является самым счастливым днем в жизни человека. Когда-то великий кардиолог доктор Вайс обратился к седьмому Любавичскому Рэбе с вопросом: «Что делать, Рэбе? У меня нет времени на мою семью. Я все время отдаю своим больным. Жена жалуется, дети не видят папу». Тогда Рэбе сказал ему такие слова: «Так же, как для меня накладывать тфилин, молиться, изучать Тору даже в большей степени, это 10 минут, которые я приезжаю домой во время рабочего дня для того, чтобы попить чай со своей женой Хаей Мушкой». И эти слова изменили жизнь доктора Вайса. Что, в принципе, сказал Рэбе? Он сказал, что для меня связь с моей женой, эти 10 минут, что я с ней пью чай, это то, что связывает меня со Всевышним, как тфилин, как молитва, как изучение Торы. Почему свадьба является самым веселым и счастливым днем в жизни человека? Каббала объясняет, что во время свадьбы происходит большое чудо, что две части одной души, которые спустились в этот мир, соединяются вместе и становятся обратно одной душой. Гармония, которая сопровождает жизнь этой семьи на протяжении многих поколений. И поэтому мы так радуемся, что мы становимся одним целым со своей парой. Как один муж со своей женой пришел к врачу и сказал: «Нам болит нога». Когда моей жене болит нога, она мне болит. И это свадьба, соединение двух частей, которые становятся одним целым. 93 года назад произошла одна свадьба, но это было в двух городах. В Варшаве 5000 приглашенных, весь еврейский мир праздновал свадьбу жених и невеста. И в городе Екатеринославле. Там не было жениха и невесты. Но мама и папа седьмого Любавичского Рэби праздновали свадьбу там. Они не могли приехать в Варшаву, их не выпускали советские власти. Тогда они пригласили десятки человек, накрыли стол, поставили стулья для жениха и невесты и радовались со слезами на глазах и праздновали эту великую свадьбу. Седьмой Любавичский Рэби сказал днем своей свадьбы, что этот день связал меня с моими учениками, с еврейским народом, и мы вместе встретим Машеха. Поэтому мы хотим только одного, чтобы произошла свадьба еврейского народа со Всевышним, чтобы это произошло в Иерусалиме, вместе с праведным Машехом, чтобы закончились беды всего мира, эпидемии, чтобы было счастье и радость. Потому что свадьба – это радость. Мы становимся одним целым, две половины одного целого. Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.